transporte mon noir ici. Камиля, а ты что-то нам расскажешь? Друг мой, не устает. Ой, ты моя радость. А улыбнуться? А улыбнуться? Нет, 10 лет назад мы познакомились, ну, друзей, можно сказать. А через 5 лет он мне просто написал, то есть спустя 5 лет. Потерялись. Не потерялись. Ну, мы вообще не общались, мы как бы... Это знаешь, просто такое... увиделись друг с другом, и все. А потом... А потом, спустя 5 лет, да, Эрик написал мне в WhatsApp, я еще подумала, что это за инстаграм, непонятно, не помню я его вообще. И я ему как бы так ответила, но потом перестала отвечать. Вот через месяц еще раз написал, и вот тогда мы начали общаться. Два девушки. И все. Две девушки. Да. И две девушки такие. Это не те дни, которые прошли, но это те дни, которые запомнились. Поэтому пусть этот день будет еще одним нашим приятным воспоминанием, которое мы с радостью вспомним через несколько дней, когда еще раз, надеюсь, соберемся вместе.